Появится ли платная парковка на месте детского сада? Чиновники решают судьбу пустыря у дома номер 6 по улице Белышева. На месте этого пустыря после 2018 года должны быть построены школы и два детских сада. Однако в прошлом месяце по району пошли слухи о том, что социально значимые объекты здесь не появятся. Якобы жильцы двух соседних жилых комплексов, недовольные частыми автоугонами, договорились о строительстве платной парковки. Но местные жители не согласны с таким предложением. По проекту изначально нам обещали, что здесь будет школа и детский сад. Да, люди, когда покупали здесь квартиры, они на это были настроены, на это рассчитывали. Несмотря на то, что я автомобилист, лучше бы здесь построили либо школу, либо детский сад. Мы найдем, где парковаться. Дети важнее. Как нам сообщили в администрации Невского, паника по поводу строительства платной парковки преждевременна. На конец июня никаких документов, подтверждающих законность работ по возведению парковки, в администрацию не поступило. На забор в администрации правоустанавливающих документов не поступило. Сделаны запросы во все инстанции. В случае отсутствия этих положительных результатов будет снесен в соответствии с распоряжением 20 МРП. В любом случае, даже если застройщик представит необходимые документы, парковка на улице Белышева – временная мера. И просуществует она только до начала строительства детских садов и школы, уже внесенных в план развития района.